Тебе что, не понравились мои кексики? Пожалуйста, только не делай их из меня. Я и не собираюсь. Если не нравится, вот мясо, приготовь сама. Точно. Меня же этому сестра учила. Ща все будет. Берем мясорубку, тарелку и крутим мясо. Нам понадобятся слезы аликорна для солености и вкуса. Выливаем их на фарш. Ого, это же редкая приправа. Не во всех магазинах продают. Когда впитается, то можно лепить кексики. Вот так. На противень и в духовку. Устанавливаем любую температуру, лишь бы горячо, и ждем, когда спекутся. Готово. Приятного аппетита. Блин, что это за отвратительную хрень ты сделала? Мои кексики, в отличие от твоих, приготовлены по нормальному рецепту. Просто ты... промолчу.